Итак, сейчас суббота, 4:30 вечера, 4:30. Меня так отрубило только что за последние полчаса, поэтому я встать не могу. Но надо вставать, потому что я еду. Меня пригласили на 7-летие волейбольного клуба, в который я хожу. Я хожу в 2, в КОР и в ГМАВСИ, GMAVC, Greater Metro Area Volleyball Club. Так вот, второму как раз сегодня, вчера было 7 лет, и они устраивают все, кто может прийти. Скидываемся по 40 баксов, уже скинулись. И на 2 часа арендовываем боулеро. Это, как понятно из названия, боулинг-центр. Находится он в Норт-Брансвике. Собственно, очень-очень близко к тому месту, куда мы будем переезжать. Поедем, если получится сделать какой-то репортаж. Сделаем. Ну что, я на месте. 15 минут езды. Боулер Роуд. Если я не ошибаюсь, то я приехал правильно. Какие мои дальнейшие действия, я пока не знаю. Сзади проходит трасса номер 1. Вот там едет. И, собственно, куда-то вот туда, чуть-чуть недалеко по трассе, с левой стороны будет кондоминиумом. Это, по сути, тот же самый апартный комплекс, только там, где частники владеют каждым домиком уже. Вот там мы будем жить скоро. Ну что, я пошел, наверное, вовнутрь, буду искать, где мои. Ну, пока можно снимать, сниму. Как всегда, огромнейшая парковка. Вот чего-чего в Америке, а парковочных мест здесь всегда достаточно. No outside food or drink. Неплохо. Я предполагаю, где-то там я буду искать свои через 15 минут. Дики. Уже без 1:05 вечера, а никого кроме меня пока нет. Это меня начинает настораживать, но ради нирваны я включил запись этого видео. Пошел за пивом в очередь. Don't worry, I'm gonna post and tag all of you. Yeah, okay. Whoa! Oh man, don't go. Неплохо. Ай, Шерри. Неплохо. Она занималась, она была в боулинг-команде в университете. Ух ты! Этот дядька тоже крутой. Me!
валит. Почти, почти. Так, там... Я turn. Там пиццу раздают. Private party. Специальный... I could use that. Why is that just for her? Клёво. Ещё кусочек тортика. Сказали, возьми... Где моя машина? Вот она. Возьми ребёнку. Ох. Ну что вам сказать? Итог. Это было реально круто. Я ожидал худшего, но это было клёво. Отчасти чуть-чуть было лучше, чем я ожидал, потому что был Андрюха. Это тоже чувак из Украины. Выглядит очень молодо, но оказалось ему 46, по-моему. Вот, и у него уже сын сейчас будет выпускаться уже из колледжа. Не суть, поэтому мы там с ним что-то пообщались даже на наши какие-то там темы. Но все равно это было прикольно. И это была буквально небольшая часть всех людей, которые вот ходят в этот клуб JMAVC. Они вчера по пятницам же в тренировке, то есть, вот, и вчера они, конечно, жахнули получше. А сегодня-то так вот, остатки. Вот. Я рад, что я вот посетил новое место, которое будущее, рядом с будущим жильем. И теперь вот буду знать, если что, куда ходить. Сейчас ребята там выбирают в лейзер так пойти пострелять или еще что-то там на выбор. Я сказал, что мне пора ехать домой, потому что 7:30 вечера, а я обещал. Все, погнали.